К сожалению, здоровье отца пошатнулось немножко. Нужны были специалисты в экстренном порядке, скорая помощь. Была необходима госпитализация. И видел, что доктор, сестра, то есть они были рядом, что отец мой находился в надежных руках. Это радовало. Когда приехали в клинику, соответственно, там уже специалисты скорой помощи передали в надежные руки докторов моего отца. Через некоторое время снова здоровье потребовало вмешательства медиков. И каково же было мое удивление, когда на вызов, я искренне этому рад, приехали те же люди. Даже уже здоровье отца было 100%. Я знал, что оно в надежнейших руках. Они, в принципе, не жаждут славы, не хотят каких-то благодарностей, они просто делают свою работу. На мой взгляд, я бы назвал их громко, во всеуслышание, на всю область, на весь город, на всю страну. Два человека, но это команда. Куда они приезжают, я думаю, что там все в порядке. Хочется пожелать этим людям, искренним людям, душевным, специалистам, мастерам своего дела, профессионалам с большой буквы, большого человеческого счастья. Я думаю, что если бы у нас было таких людей побольше, скорая помощь наша бы только выиграла. Скорая помощь – это такая часть нашей жизни, которая должна работать на высоком профессиональном уровне, что и делают эти мастера своего дела. Здравствуйте. Антон Михайлович, я хочу вас поблагодарить за то, что вы не единожды помогли нам своей профессиональной работой, помогли в трудную минуту. И хочу вручить вам премию общественного признания «Я доверяю». Даже просто вот выходя с вызова, спасибо, как бы не всегда. Хочется сказать слова искренней благодарности проекту «Я доверяю» за ту неоценимую работу, за ту возможность, которая дает нам путь донести благодарности до докторов. Докторов, которые, может быть, и считают, что они делают свою работу, и благодарность здесь излишняя. Нет, благодарность не излишняя, она должна найти, должна дойти. И вот эту дорогу, этот прямой путь нам предоставил проект «Я доверяю».